Всем привет, мои хорошие! У нас сегодня опять продуктовая закупка с Магнита. Магнита дома, по-моему, называется. Так, чек в конце. Начнем с вредностей. Сынок у нас не может уйти с магазина. Вот Буба. Буба теперь у него любимец. В общем, такое яйцо. Сейчас начну с мороженого еще, чтобы они его сразу забрали. Он уже стоят, ожидают. Такое мороженое. И где-то у нас тут еще одно. Сразу отдадим. И вот такое вот нравится мороженое. Так, дальше продолжаем. Йогурт. Это тоже дети захотели. Барни. Сегодня такая покупка. Ничего полезного называется. Кефир на творог. Еще один, что надо одному, надо и второму, естественно. Потом два пакетика творога. Супруг у меня такой кушает. Муж, супруг, любимый. Какая разница, как назвать? А то кто-то мне, помню, написал комментарий, что слишком официально супруг. Ну вот, как-то так. Официально. А, сметана. Для кошечки. И нога покупаем. Так. Еще кефир. Тунец. Вот такой, по-моему, первый раз взяла на пробу. Или, может, уже покупала тунец. Очень люблю намазку из тунца делать. И могу его просто даже так съесть. Намазку быстро расскажу вам рецепт. Тунец. Тертый сыр, сметана или майонез, или йогурт, неважно, чем заправить. Мелко порезанный огурчик. Все. Намазывайте на хлеб, это просто обалдение. Я еще люблю укроп добавлять. Попробуйте так сделать, это очень вкусная такая намазочка. И взяла еще вот такую на пробу. Там по акции был в Магните что-то 69 рублей. Ну, попробую, надеюсь, понравится. Дальше тоже дети взяли актимельки. Такой йогурт младший сыночек взял. Наверное, просто Мишку, скорее всего, увидел, он ему понравился. Еще одна актимелька. И вот такие вот сырки. Я молочное вообще не ем. Это вот как раз детям и мужу. И там сейчас в Магните акция. И сыночек, естественно, решил не поучаствовать. Вот такой стакан взял с акции. Там миньоны сейчас всякие разные. Эти там. Вот. Есть у нас листочек. Смотрите, там что можно приобрести. Да, видно. 10 наклеек. Плюсом. Рубли, да? Сколько нужно заплатить, чтобы это купить. Ну, пластик, допустим, он ни к чему абсолютно, да, там. Вот это тоже уже слишком для старшего сыночка, младшему оно не надо, поэтому вот он взял вот такой бокал для напитков. А, синий, вот смотрите, он какой. Ну, как бы и ему приятно, да? И, в принципе, в хозяйстве пригодится. Вот такой вот стаканчик с миньонами. Он такой большой достаточно, 390 миллилитров. То есть нормальный стаканчик. Вышел в итоге 10 наклеек, 149 рублей. Так, ну вот, наверное, вся наша покупка. Да? Сейчас посмотрите нашу цену. Все, другие магазины не заходили. Были только здесь. Да, ответит, тунец 1,159, а другой по акции. 69,99. Ну, я вам потом в комментарии напишу. Как вот этот по акции? Нормально, ненормально? 1185 рублей. В общем, мы потратили на эту покупку. А знаете, что еще здесь нужно смотреть? Вот, масса нет, а 250 грамм, это значит с жидкостью, да? Угу. А, видите, тут на этой банке не указано, сколько именно, да, самой рыбы. Вот я, видите, не вижу. Угу. А вот на этой банке, я знаю, что на некоторых прям указывает. Сейчас мы с вами посмотрим. Так. Так, посмотрю тогда без вас. Видите, на красном что-то не фокусируется. Угу. 170 грамм. И вот, видите, написано 170 грамм, да?
Вот, видите, масса 170 грамм, и масса нет, то есть это только рыбы 120 грамм. А здесь вот почему-то сразу указано просто 250 грамм и все. Я вам потом напишу в комментариях, нормально там рыбки было или жидкость. Ну, в принципе, не булькотит. В общем, попробуем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите на другие мои каналы. Мне очень приятно, что вы смотрите уже постоянных подписчиков уже я узнаю по комментариям. Так что ставьте лайк, не скупитесь на лайки. Всем пока-пока. В банке оказался не просто филе тунца, а вот такие кусочки. Видите? Думаю, видно. Кусочки вот такие там в банке. Я думала, это филе, как обычно, но нет. Вот по акции 69 рублей. Это вот такие кусочки тунца. Решила я вам рассказать. Ну, в принципе, оно так и нарисовано. Я не знаю, с чего я решила, что там просто филе. Ну, как-то так.